Всем привет, друзья, с вами Костя Фолстон. Не знаю, как вы, а я просто-напросто соскучился по вам. За это несколько дней много чего произошло, и сейчас расскажу, что именно. Во-первых, Ньюкасл стал богаче Ман-Сити, ПСЖ вместе взятых. Во-вторых, Погба определился со своим будущим. Еще есть в-третьих и в-четвертых, но об этом чуть-чуть попозже. Так что досмотрите этот ролик до конца. И не забудьте, что там же в конце я вам расскажу, кто же стал девушкой дня, по моему мнению. Поехали! По традиции начнем с трансферных слухов и новостей. Такое чувство, что трансферное окно снова раскрылось нараспашку. Донецкий «Шахтер» хочет подписать нападающего сборной Египта, и я понимаю, что у всех воображений сразу появилась картинка Мухаммеда Салаха. Но, к сожалению, для горняков и, к счастью, для Мо, это не он. «Шахтер» интересуется форвардом Галатасарая Мустафой Мохаммедом. Контракт игрока принадлежит египетскому Замалеку, но зимой будущее нападающего окончательно определится, после чего донецкий клуб будет готов вступить в переговоры. В текущем сезоне турецкой суперлиги на счету Мохаммеда 7 матчей, в которых он забил 2 мяча и заработал одну желтую карточку. За последнюю неделю появилось много слухов об уходе Алексея Миранчука из Аталанты. Мол, Гасперини на него не рассчитывает, да и сам Алексей хочет сменить клуб уже зимой. И все эти слухи опроверг спортивный директор Бергамасков Джованни Сартори, который сказал, цитата, «Это неправда. Нам трудно комментировать такие слухи, когда нет никакой конкретики. На данный момент Алексей игрок Аталанты». Само собой, такого джокера не хочет терять ни одна команда. Согласитесь, было достаточно много матчей, когда Миранчук выходил под конец поединка и делал разницу. У «Локомотива» может появиться топовый главный тренер. Железнодорожники ведут переговоры с экс-наставником дортмундской «Боруссии» Люсьеном Фавром. Швейцарского специалиста выбрал Ральф Рангник, который возглавляет спортивный отдел московского клуба. Переговоры между сторонами проходят хорошо. Фавр покинул «Боруссию» в декабре 2020 года и с тех пор остается без клуба, а «Лока», в свою очередь, уволили Марка Николича. «Ювентус» намерен расстаться с Аароном Рэмзи во время зимнего трансферного окна. В стане туринцев хотят продать игрока, у которого высокая заработная плата и который не имеет постоянной игровой практики. В год валиец получает 7 миллионов евро. В текущем сезоне Рэмзи принял участие в 3 матчах серии А, в которых не отметился ничем. Действующий чемпион Италии миланский Интер тоже хочет попрощаться со своими старичками. Первые на выход Алексис Санчес и Артура Видаль. Причина этому их заработная плата, поскольку первый зарабатывает 6,5 миллионов евро в год, второй 7 миллионов. И, конечно же, их игра на футбольном поле не соответствует такой большой зарплате. В отличие от своих конкурентов, Милан, наоборот, усиливает свой состав. Иску принял решение перейти в стан Россонери. Хавбек уже дал свое согласие на трансфер. Испанец хочет попробовать свои силы в новой команде, а также получить больше игровой практики. Его трансфер в миланский клуб состоится уже зимой. Реал также не против отпустить игрока. А вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг входит в сферу интересов Барселоны. Сам игрок тоже готов перейти к сине-гранатовым. Но у каталонцев нет денег, чтобы подписать футболиста. Но в сделку могут включить Усмана Дембеле. И таким образом клубы просто обменяются игроками. Как мне кажется, это очень неравноценный обмен, хотя если медикам горожан нечем себя занять, то попадание в команду хрустального француза скрасит их тоскливые будни. Также в сферу интересов Барса попал игрок мадридского Атлетико Тома Алемар. Каталонцы могут попытаться оформить трансфер полузащитника следующим летом. Действующее соглашение Алемара с Атлетико рассчитано до лета 2023 года, а его трансферная стоимость составляет около 25 миллионов евро. Безусловно, одним из лучших игроков АПЛ прямо сейчас является Мухаммед Салах. И он хочет зарабатывать в Ливерпуле до 380 тысяч фунтов в неделю. Это почти вдвое больше зарплаты по его текущему контракту. Мухаммеда не устраивает его заработная плата в клубе, он хотел бы значительно ее поднять при подписании нового соглашения. Текущий контракт 28-летнего египтянина с Ливерпулем рассчитан до лета 2023 года. Это тот редкий случай, когда игрок обоснованно требует повышения зарплаты. Погба определился со своим будущим, и это Манчестер Юнайтед. Полузащитник хочет продлить контракт с клубом. Футболист уже поручил своему агенту Мино Райоли провести переговоры с руководством МЮ по этому вопросу. Действующее соглашение француза с манкунианцами рассчитано до конца текущего сезона. Изначально Погба был настроен на уход из МЮ, но успешная работа манкунианцев на трансферном рынке заставила игрока изменить свое мнение. К тому же МЮ один из немногих клубов, который готов удовлетворить финансовые запросы француза. Вот видите, какие чудеса творит подписание Криштиану Роналду.
подпиши его летом ПСЖ, того и гляди, Мбаппе решил остаться. Если вы думали, что боссы ПСЖ смирились с уходом Мбаппе, то спешу вас огорчить. Парижане предлагают форварду зарплату 36 миллионов евро в год по новому 5-летнему контракту. Столько же, к слову, получает Париж Неймар. Сам Мбаппе пока на это никак не отреагировал, однако его мама сообщила, что переговоры с клубом ведутся. Также она намекнула на то, что Килиан может остаться в столице Франции. С другой стороны, Реал уже предложил французу 6-летний контракт, по которому готов платить зарплату в размере 40 миллионов евро. Ну и про подписной бонус в размере 80 миллионов тоже не стоит забывать. Дортмундская Боруссия все-таки поборется за Холланда и попытается удержать его в клубе. Шмели готовы существенно повысить зарплату своему форварду, чтобы сохранить его еще как минимум на один сезон. Сейчас футболист получает 8 миллионов евро в год. Боруссия же готова платить игроку 15 миллионов. Шмелей можно понять, только послушайте, какая статистика у норвежца в этом сезоне. Он сыграл 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 4 результативные передачи. Для сравнения, Месси, Неймар и Мбаппе вместе в этом сезоне забили во всех турнирах 6 голов и отдали 5 результативных передач. Но Холланд получает 7 миллионов евро в год, а эта троица под 90. Ох, не тому парню ПСЖ предлагает 36 миллионов евро в год. Явно не тому. А теперь переходим к футбольным новостям. Поверьте мне, есть чем вас удивить. Арбитр Василий Казарцев столкнулся с серьезными санкциями. Он был отстранен от работы арбитром на целый год. В матче 10-го тура РПЛ ЦСКА Краснодара он отвечал за ВАР. В поединке ворота армейской команды не было назначено 11-метровой за игру рукой Игоря Дивеева, что и послужило причиной наказания арбитра. Очень резонансный случай, поскольку есть информация, что Казарцев больше никогда не будет работать судьей на матчах РПЛ. А футболист Брайтона Ив Бисума арестовали по подозрению в изнасиловании. Футболиста и 40-летнего мужчину задержали в одном из ночных клубов Брайтона ночью со вторника на среду после обращения в полицию женщины, утверждавшей, что она стала жертвой сексуального насилия. Судя по всему, никаких доказательств у следствия нет. Либо Ив стал жертвой очередной девицы, которая решила срубить бабла после того, как переспала с футболистом. В любом случае, Брайтон игрока не отстранил, а это значит, что он, скорее всего, не виновен. Немного цифр. Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джазим Аль-Тани рассказал, сколько предварительно потратила его страна на подготовку к чемпионату мира по футболу. На данный момент Катар израсходовал на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Это очень огромная сумма. Это больше, чем годовые бюджеты многих стран. Если бы у вас было столько денег, что бы вы купили первым делом? Напишите в комментариях. Я бы, например, купил себе Манчестер Юнайтед. А теперь пришло время для моей рубрики «Девушка дня». Кто же ей стал? Девушкой дня становится жена полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса Камила Галанте. После сенсационного поражения ПСЖ от Рена аргентинка основательно приложила Маурисио Почеттино за пренебрежительное отношение к футболисту. Вот что она написала у себя в Твиттере. Леандро выполняет за игру 61,3 передачи в отборочных матчах чемпионата мира с точностью 91%. Вы понимаете, насколько впечатляет его техника? Почеттино действует как настоящий убийца, отправляя такого человека на скамейку запасных. Бедный Маурисио, ему и так от болельщиков прилетает, а тут еще и жены футболистов наезжают. Леандро и Камила состоят в отношениях более 9 лет, однако свадьба была сыграна лишь зимой 2017 года. Супруги воспитывают троих детей. Надо сказать, что эта дамочка отлично выглядит после стольких родов, хотя чем ей еще заниматься, как не собой, когда вокруг десяток нянь. Ну а теперь новость, которая растормошила все футбольное сообщество. У Ньюкасла новый топовый владелец. Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии официально сообщил, что стал владельцем 100% акций клуба английской премьер-лиги Ньюкасл Юнайтед. О сумме сделки ничего не сообщается, однако по слухам она составила 350 миллионов евро. Команда стоит как два Мбаппе по сути. Активы аравийского фонда оцениваются в 430 миллиардов евро, что, например, в 14 раз больше, чем активы владельца Манчестер Сити шейха Мансура. Понимаете, не Мансити и не ПСЖ теперь главный денежный мешок. Я не удивлюсь, если Мбаппе, Холланд, Педро и другие молодые таланты летом следующего года натянут на себя полосатые футболки-сорок.
Поэтому шуточный час и команда находятся на 19 месте в АПЛ, а это зона вылета. Но все прекрасно понимают, что после первого же трансферного окна Ньюкасл будет обитать в верхней части таблицы. Также в ближайшие дни Ньюкасл определится с именем главного тренера. В шорт-листе Сорок находится Зидан, Шевченко, Конте и Фонсека. Английские СМИ отмечают, что скорее всего наставником Ньюкасла станет последний. Где-то в Ливерпуле на базе Эвертона рвет остатки волос Рафа Бенитес. Сейчас представьте, вы новый владелец Ньюкасла с неограниченным бюджетом. Какого футболиста вы купите первым делом? Свои варианты оставляйте в комментариях. А у меня на этом все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал обязательно, чтобы не пропустить следующий ролик. С вами был Костя Фолстон. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте.